Персоль. Привет всем! Ну что ж, друзья, наконец-то дождались весенней теплой погоды. У нас полностью растаял снег, даже уже земля подсохла, плюсовая температура, можно работать. Так что добро пожаловать на мою самостройку. В прошлых видео я вам рассказывал и показывал, что после зимы на участке вокруг дома осталось очень-очень много бардака. Но не буду я делать, как это делал раньше, выделять пару дней для субботника. Сейчас это большая роскошь, а порядок буду наводить частями по ходу выполнения основных работ. Напоминаю, в данный момент занимаюсь я подшивой свесов кровли. В прошлый раз доску-дюймовку распустил на вот такие вот бруски, покрыл биозащитой. Далее нужно собрать обрешетку для монтажа софитов. Ну что ж, полезли.
Готова обрешетка. По работе, ну, дело абсолютно не хитрое, прикрутите брус к балкам перекрытия, но есть нюансы. Во-первых, одному, как и в большинстве этапов строительства, не очень удобно, поэтому пользовался третьей рукой. Кто меня смотрит, знает, есть у меня большие трубчатые струбцины и вот такие. Если кто из вас набрался смелости строить дом в одного, обязательно запаситесь, они вам очень хорошо облегчат работу. Значит, получается следующее. Свес у меня шириной 70 сантиметров. Как уже говорил, доску дюймовку распустил пополам, пустил три бруса, и получается между ними примерно по 20 сантиметров. Отлично. Для софитов самое то, провисать не будут. На углах стыки получились вот таким образом. Ну, стыки бруса делал на балках, а на углах наружный стык вот такой, внутренний стык такой же, посередине запил под 45 градусов. Еще один, я думаю, очень важный нюанс. Обязательно нужно перед работой или во время проверить, как расположены балки перекрытия относительно друг друга, чтобы не было вот таких вот каких-нибудь бугров или впадин. Дело в том, что балки перекрытия, когда я их устанавливал, я их выравнивал по верхней части, по нитке они стоят, для того, чтобы в последующем стропила встали все ровно в одну линию. Ну и, соответственно, нижняя часть может играть. Это нужно проверять. Первое. Второе. Размер балок тоже, да, мы, ну как продавец, мы когда покупаем, он заявляет, что 200 на 100 балка, но знаем, что размеры у нас до 1 сантиметра могут играть. Второе, третье. Опять же, лес у нас продается почти всегда сырой. Хоть я вот свои балки и сушил, полгода они у меня лежали, но все равно, смотрите, да, в последующем появились вот такие трещины. Из-за того, что, да, большое сечение бруса. Ничего в этом страшного нету, но вот с этой стороны брус увеличивается в размере. И также он может по ходу дела, опять же, своего большого сечения, немного пойти пропеллером в ходе того, как он уже будет подсыхать. И вот в этом месте, относительно лобовой доски, он может вылезти. Лобовую доску прикручиваем вровень, но потом, вот видите, он вылазит. Топором и молотком я это дело подравнивал. Вот таким образом это выглядит. Немного, мягко говоря, немного грубовато это получилось, но брус хорошо лег и с этой стороны, и вот здесь все ровно получилось. Вот это все закроется. Можно было, и, конечно же, я пробовал ножовкой все это дело аккуратненько сделать, но в этом месте 100 миллиметров ширина, вот такое расстояние, вот тут на весу, вот в таком вот положении на лесах, ну, пилить ножовкой. Нет. Лучше закрыть и забыть про то, как это все здесь выглядит. Так, далее. Ну, прикручивал, естественно, по балкам. Вот эту крайнюю доску в шахматном, так сказать, порядке прикручивал. В одном месте прикручивал к лобовой доске, в других местах прикручивал к балке перекрытия. Прикручивал вот такими вот желтыми саморезами. Длина 50, ну вот так вот примерно это выглядит, да, чтобы перекрыть брус, и вот такое расстояние выходило, с расчетом на то, что если где-то перепады, где-то доска будет торчать, ну вот там вот есть у меня в одном месте, ну далеко не полезу я туда, в одном месте я подкладывал под балку, и вот рассчитывал саморезы, чтобы это все дело зацепляло, хватало прикрутить. Так, обрешетка есть. Едем дальше.
Ну что ж, вынес из амбара материалы, необходимые для последующих работ. Значит, получается следующее. Софиты и крепеж, и водосточка будут пластиковые, а капельник и лобовая будут металлические. Софиты и водосточка компания «Технониколь». Но стройматериалы этой компании уже неоднократно применял у себя на стройке. Это было ППС и гидроизоляция, как минимум. Но в этот раз и попробуем еще и пластиковые изделия. Значит, софиты у нас вот такого плана. Частично перфорированные, имеют текстуру дерева, цвет. Ну, в каталоге Технониколь он называется пештан. Ну, а по каталогу Урал это цвет 8019. Ну, как максимально приближенный. Можно считать, что он и такой. Значит, ну, с одной стороны хвостик для крепления, с другой стороны они вставляются, защелкиваются в друг друга. G-профиль такого же, соответственно, цвета и фактуры. Вот таким образом он выглядит. Водосточка. Водосточка цвета уже другого. Цвет металлочерепицы. Это RAL 7024. Почему так и как это будет выглядеть? Все после. Есть. Капельник. Капельник также цвета RAL 7024. А вот лобовая уже такого же цвета, как и подшива. А почему это металл, это пластик? Ну, смотрите, объясняется просто. То есть пластиковое все это Технониколь, металл это отдельно я заказывал, из листового металла все это делалось под мои размеры. А именно, ну, капельник он классического размера, а вот лобовая, ну, соответственно, заказывая, мы замеряем длину своих свесов по всем четырем сторонам, учитываем нахлёст друг на друга, это, ну, я рассчитывал 10 сантиметров, и ширину лобовой доски. Обязательно надо, замеряя, не забывать, что замеряем мы не только лобовую, плюс еще вот эта доска, которая прибавляется, да, обрешетка. И если, как в моем случае, лобовая делается вот таким образом, с G, да, профилем. Также надо этот размер учитывать. Лобовая из металла, потому что, как и в прошлые разы я объяснял, что у меня уже металлочерепица настелена, и крюки, которые крепятся под обрешетку, их уже не поставишь. А использовать буду крюки, которые крепятся к лобовой. И в этом случае пластиковую лобовую использовать нельзя, потому что пластик имеет температурное расширение, и его прижимать к лобовой нельзя. Он должен иметь возможность, ну, сужаться и расширяться, да, при перемене температур. Поэтому там будет металл, и он будет прямой. Пластиковая лобовая, как правило, ну вот у Технониколя, она тоже вот такая вот, да, вот с такими вот, такой вот фактурой. Она вот для крепления крюков тоже не подходит, потому что хорошо прикрутить не получится. Для этого нужно использовать прямую и металлическую. Так, ну что ж, по материалу вроде бы все быстренько рассказал, давайте уже монтировать. Значит, у нас здесь получается снизу софиты, здесь лобовая, потом капельник и после уже вода. Значит, здесь получается снизу софиты, здесь лобовая, капельник и сверху уже водосточка. В первую очередь поставлю лобовую и зашью софитами свесы. Есть два варианта последовательности работ, как и два варианта лобовой планки. От этого и зависит последовательность. Есть вариант, как у меня, вот такой вот, да, с G-фаской, а есть просто буквой G. А в чем разница? Ну вот, в этом случае можно сделать скрытый монтаж. Вот здесь есть язычок, сейчас я саморезами его в этом месте прикручиваю и дальше уже закрываю софитами. И ни одного самореза не видно. Сверху он крутится вот в верхней части, потом капельником закрывается. То есть саморезов видно в моем случае не будет. А если G, не G, а G профиль, то саморезы прикручиваются вот в эту часть или снизу, но кто-то здесь сбоку вообще прикручивает.
Значит, последовательность такая. В моем случае сначала я прикручиваю лобовую, потом G-профиль, нарезаю софиты и вставляю. Если это профиль буквы G, G-профиль, потом софиты, а потом уже последним прикручивается лобовая. Значит, сейчас я в первую очередь прикручиваю G-профиль, потом ставлю лобовую, потому что если я сделаю наоборот, то буду тянуться прикручивать G-профиль, здесь могу помять это дело или поцарапать. И вот, кстати, о чем говорил ранее, замеряя для заказа лобовую, замеряем ширину лобовой деревянной, потом учитываем вот этот брус, который я прикрутил, и вот здесь еще 1,5-2 сантиметра, да, вот для вот этого G-фаски. В этом месте наверху не доводил до конца деревянной планки, но для того, что лобовая деревянная, она все-таки тоже кривая, и чтобы железная где-то не выходила и не мешала монтажу капельника, я ее на 1,5-2 сантиметра сделал короче. Капельник позже вот это вот дело все закроет. Смонтировал с одной стороны G-фаску. Творческая, приятная работа, скажу я вам. Очень быстро это все делается. Ну, смотрите, давайте быстренько на углу зарезаю под 45 градусов и пошел крепить. Крепил саморезом из пресс-шайбой через расстояние, да, где-то 25 сантиметров. Чтобы это не замерять, я вот ориентировался вот под этим, по этим вот, да, отверстиям. Раз, два, три, четыре. Через 5 штук закручивал саморезы. Смотрите, в креплении самое-самое главное. Опять же, да, пластик имеет температурное расширение, поэтому саморезы закручиваем не до конца, где-то миллиметр оставляем, чтобы был небольшой ход вот этим всем изделием. Это касается всех пластиков, да, софиты я буду крутить, вот будет то же самое. То есть это самое главное, не прижимать. Вы видели, да, я использовал саморезы с пресс-шайбой для металла. Ну, они у меня были в наличии, то есть сверлом на конце. Они у меня были в наличии, ну, целая пачка, ну, как-то покупать идти в наше время дорого. Поэтому я их использовал. Дело в том, что вот как раз-таки из-за того, что не нужно здесь это сильно прижимать, а со сверлом, если закручивать в дерево, оно держится, но когда мы начинаем прижимать, оно прокручивается в конце уже. Здесь же, да, это не нужно прижимание, а наоборот нужно не докручивать. И вот не докрутил, отлично они держат. И я вот использовал и очень доволен, как слон, что вот такие саморезы сюда пошли, и не, ну, пришлось покупать. Все, дальше крепим. Значит, стыковка между собой происходит следующим образом. Дальше покажу. Здесь вот видите, да, у меня кирпич идет на разном уровне, сантиметр перепад. А в этом месте вот таким вот образом сделал. Значит, сразу видно, выглядит это не очень, потому что, опять же, из-за температурного расширения между ними нужно оставлять расстояние. Если вот между собой в обычном месте, чтобы это все красиво выглядело, делается вот таким образом. Подрезается вон там этот вот хвостик, и профиль друг в друга вставляется. И, во-первых, зазоров никаких нету, и при температурном расширении они свободно, ну, ходят туда-сюда, где-то на сантиметр вставляем друг друга, и все. Там хвостик подрезан, он не мешает. Вот так вот, да, вот такое отличное соединение. Но в этом месте из-за перепада кирпичей
Так сделать, естественно, не получается, потому что, ну, здесь профиль упирается в кирпич, поэтому, ну, вот такой вариант. По поводу вот этого зазора совершенно не переживаю, потому что снизу, а в моем случае двухэтажный дом, без, скажем так, старого дедушкиного армейского бинокля, вот этот вот зазор мы не увидим. Особенно, когда здесь еще сейчас это, да, подшива встанет, ну, не будет это видно, короче говоря. Ну и все, друзья, вот и весь монтаж, то есть качественно соединяем между собой вот таким образом на углах под 45 и прикручиваем через примерно 25 сантиметров. Ну, персоль. Персоль. Перцы, да.